Марионетки, соски в виде смайлика. Вау, я нахожусь сейчас в заброшенной сгоревшей пиццерии. И веду прямой репортаж. О, офигеть, там был Фредди. Откуда у тебя дома лежат два разобранных аниматроника? Выкинь их на парашу. Может, не надо, чувак? Ты же захлопнешься, станешь спринтрапом, потом будешь пугать в FNAF 3 всех детишек, но не надо. Ля лезет, смотри. Ля, дурачок, ха, лезет, дебил. Куда ты лезешь-то? Закрыто. Алло. Привет! Сегодня тебя ждет действительно страшный новый хоррор FNAF под названием «Финальные ночи». Это абсолютно новая версия игры, которая недавно вышла, и она полная, друзья. Полноценный хоррор, полноценная игра с аниматрониками, с обгоревшими, со страшными. Будет очень круто, поэтому заводи кучу лайков как можно скорее. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy, и мы погнали играть! Кто давно подписан на мой канал, знает, что я проходил все части «Финальных ночей», и это, друзья, последняя часть. Здесь аниматроники обгоревшие, сгоревшие Чика, Фокси, Фредди. Это будет полная жесть. Погнали. Посмотрим. Так, можно выбрать ночь, либо начать новую игру. Конечно, я начну новую игру, потому что я еще ни разу не играл. Это ж логично. Я просто представляю, какая дичь тут будет твориться. Погнали. Вау. Серьезно? Я не понял. А в чем прикол-то? Тут есть братья. Не понял, это прикол какой-то, братья? О, подожди. А, нам объясняют поведение марионетки. Соски в виде смайлика. Что за дичь? Ладно, ладно, подожди. Сломанная марионетка, хорошо. Она попытается выбраться из коробки. Надо заводить шкатулку, без проблем. Фредди. А, сгоревший Фредди. Фредди слева вентиляции. Надо закрывать его. Без проблем, Фокси. Капец, какие криповые аниматроники. Особенно марионетка. Ай, с сосками, смайлик. Это угар. Так, Фокси идет через коридор. За тобой. Закрывать дверь. Хорошо, сделаем. Бонни. Мне кажется, или у Бонни чего-то не хватает. Бонни забыл дома портфель, приходит на урок. Говорит, блин, я портфель забыл. А училка ему, а голову ты дома не забыл? Ну, да. Топовые школьные шуточки. Походу, Бонни все-таки голову дома забыл, и ему поставят 2. И Чика. Ну, Чика без руки, хотя у нее есть клюв, можно жрать пиццу без проблем. Ладно, а куда она лезет? За тобой будет, да? Не закрывать дверь. Не закрывать дверь все-таки, да? Я не... И, короче, давайте разберемся по ходу. Тут, типа, нам описали правила аниматроников, поведение, что они будут делать, но... Мне это неинтересно. Фредбер и друзья. 1992 год. Ага. Все сгорело? Нам покажут катсцену или что? Да, смотри, катсцена. Офигенно, друзья, офигенно. Вау, я нахожусь сейчас в заброшенной сгоревшей пиццерии. И веду прямой репортаж. О, офигеть, там был Фредди. Что? Зря ты сюда пришел. Я слышу тебя. Подожди, я подхожу. А, тут походу это... Фредди, офигеть! Эй, ребят, я нашел аниматроника! Воу! Офигеть! Это что, вообще внезапно было? Короче, походу, 5 лет. 5 годами ранее. Хорошо. То есть пацаны решили поприкалываться, прийти на заброшку и поснимать. Для Ютуба что-то видосики, да, но на них напали аниматроники. Сейчас мы отправляемся в прошлое, я так понимаю, да? Типа на 5 лет назад. Действительно. О, дошик заварился, нормально, можно похавать. Ой, я слышу музяка. О, там выступление, Фредди поет песни, клево. Блин, офигенно, сюжет, короче, полноценная игра, ребят. За это уже можно 1 000 000 лайков накидывать. Реально очень круто сделано, очень круто. Разработчик постарался. Новая финальная ночь. Кто бы мог подумать, что они выйдут так скоро. Офигеть, костюмы! Это спринт Бонни и спринт Фредди. Ты наденешь костюм? Серьезно? Может, не надо, чувак? Ты же захлопнешься, станешь спринтрапом, потом будешь пугать во FNAF 3 всех детишек. Ну, не надо. Блин, он надел костюм. Ночь первая. Ночь первая, мы в костюме спринтрапа, что? Я боюсь представить, что будет дальше, но окей. Так, я... А, добро пожаловать в выбор ночи.
Это твой сохраненный менеджмент. Ты можешь разблокировать ночи здесь, пойти в музей, убедись, что ты, типа, посмотрел кат-сцены. Я дам тебе код, чтобы разблокировать ночи. Если ты ютубер, убедись, что ты спрятал коды от игроков, чтобы они не читерили. А, ну окей, ладно. Короче, коды я вам не покажу, если что. Мне игра сказала не показывать вам коды, я не виноват. Тут, походу, есть секретки, смотрите. Секретная дверь. Подожди, а где коды-то? Музей. Секундочку. А коды-то где? Подожди. А, после каждой ночи, наверное, мне... Да, мне будут давать коды после каждой ночи. Сделано интересно, на самом деле. И необычно. Окей, погнали, первая ночь. Типа, у меня... Я прохожу первую ночь, мне дадут код от второй ночи. Окей, прикольно. Ну, погнали. Я готов, ребята, это будет круто. И там были еще две секретные двери. Две секретные двери, полные секретов, секретных тайн и загадок. Вау. А что так? Я думал, это как бы выживание какое-то будет. Мы тупо, короче, в доме с аниматрониками, да? Не, свет гасить плохая идея. Фонарик у меня есть камера. Окей. У меня дома есть камера. Найти фонарик. Это реально полноценный хоррор. Это очень круто, ребят. Ну, в зеркале, конечно, я не отражаюсь. Я вампир, я призрак, я хрен знает кто. Возможно, в этом вся и фишка. Ну ладно, давайте искать фонарик. Скорее всего, мы его... Почему предметы мигают? Это очень странно. Я думаю, может, что происходит? У меня то исчезает, то появляются предметы. Фонарик, ты где? Я тебя ищу. Во. Ладно, хорошо, дом прогружается, пока я по нему хожу, зашибись. Прогрузка дома, чего вы хотели? Новый движок, все дела. Где фонарь? Какого хрена, чувак? Откуда у тебя дома лежат два разобранных аниматроника? Выкинь их на парашу! Подожди, ты притащил домой разобранных сгоревших аниматроников? Зачем ты это сделал? Они тебя сожрут! Ты посмотри, какой он криповый, это просто жесть! Ля-ля-ля-ля! Все, я Фредди. Я залез в костюм Фредди. Нормально мне, да? Мне идет? На, мне идет по-любому. Че, Фокси, ты не встанешь, надеюсь? Лежит, отдыхает. Ну, как бы он не встанет. Просто аниматроники решили отдохнуть, прилечь. А че бы нет? Я вам свет выключу, вы спите давайте. Спокойной ночи, пацаны, я тоже спать. Главное, главное не вставайте там по ночам, а то мне будет страшно очень. Че, типа, можно на второй этаж идти, или я еще не все исследовал здесь? По-моему, я там еще, да, вот тут была комната, по-моему, какая-то. Не, отсюда я пришел, секунду. Я запутался в этом огромном доме. Закрыто, зашибись. И что мне делать? Еще и ключ искать. Короче, у него дома камеры стоят везде. Я не знаю, зачем, для безопасности, наверное. И тут закрыто. Хорошо, а здесь? Это моя спальня. Ну, возможно, не моя. Вентиляция. Че-то я догадываюсь, что мы прям в этом доме и будем выживать, да? Потому что какой-то он странный. Он очень бо... Шо, ни хрена себе. Это уже прям Joy of Creation попахивает. Заткнуть фон Гая. Я еще играть не начал, уже фон Гая заткнул. Что-то я раньше времени это сделал, по-моему. Это что? Так, ага, вентиляция, окей. А это что? Другая вентиляция, окей. А если я просто вентиляцию закрою, в чем проблема? А, они открываются. И шкатулка у меня тут будет. Я понял, я тут буду выживать. Ясно, ясно, ясно. Ну хорошо. Блин, вентиляция длинная, это мне нравится. Тут тоже. Подожди, я могу залезть в вентиляцию? Нет, я сюда залезть не могу, к сожалению, конечно. Подожди, а фонарик-то где все-таки? Типа, мне сказали найти фонарик, но я не вижу фонарик. Я прошляпил его, да? Короче, я понял, меня закроют в этом... Зашибись, тут попробуй-ка его найти, ага, конечно. Выживи! Уже! В смысле? Алло? А как заводить шкатулку-то? А я не умею. Я не умею заводить шкатулку! Что происходит? Что происходит, блин? Дверь закрой, дебил! Дверь за... Мне хана, до свидания. Так, фон Гай, ладно, ладно, поговори со мной, мне страшно. Они будут ко мне приходить через... А я дверь-то не могу закрыть, алло! В чем логика этой игры? Я спрячусь. В смысле? То есть вот так дверь... Вот так? Закрой дверь, придурок! Что происходит? Типа, если я вот так встаю, дверь закрыта. Фон Гай, ты задолбал? Окей, ты задолбал. Он звонит и звонит, звонит. Я, главное, трубку-то пытаюсь взять, а не получается. Ну, пока вроде никого.
А со шкатулкой-то... А ночь идет вообще, нет? Алло, ночь. О, час ночь, хорошо. Стоп. Куда? Нажми. Фух, ладно, ну вроде все пока тихо, спокойно, никого нет. Мне нравится. Слушай, а выживание сделано неплохо. Выживание сделано неплохо, камер, правда, нет. Вот камер не хватает. А почему камер нет? А где камера-то? А камеры-то что нет? Я не понял. Я хочу посмотреть на камеру. У меня дома камера как бы установлена. Я не могу посмотреть, могу что-то сам надо туда слышать. Алло. Алло. Не, ну ко мне никто не лезет. В чем проблема, я не понимаю. Типа, короче, если шкатулка затыкается, мне он дает заводить. Ладно, окей. Я сейчас обосрался. Кто обосрался, лайк поставьте. Это очень страшно было, блин. Короче, я бегнул фонариком, на меня побежал Фокси, но я не успел закрыть дверь, это же было невозможно. Это, блин, было невозможно. Каким макаром я должен был успеть закрыть эту сраную дверь? Это же долбанная дичь. Я, может, неправильно прочитал правила, может, надо было светить фонарем постоянно. Короче, первый пришел Фокси и навалял мне звездюлей, зашибись. Спасибо. Как же плохо. Может, вот как-то она... Почему она с другой стороны-то не закрывается, фонгай, не в жопу, от тебя толку никакого. А может, я под стол залезу? Мне под стол нельзя залезть, представляешь? Вообще, ой, никуда, все, мне хана. Мне хана. Типа, у меня фонарик-то не бесконечный, вот в чем прикол. Фонарик у меня не бесконечный. То есть, надо бы его так быстро было. Вот так мне... А может, я просто стоять буду с закрытой дверью? А, подожди, нельзя. Знаешь, почему? Потому что, когда приходит Чика, дверь закрывать нельзя, она меня убьет. Ага, интересно. Интересный геймплей. Типа, а так бы я мог, смотри, стоять тут спокойно с закрытой дверью, мониторить одну вентиляцию, и там бы еще была другая вентиляция и коробка с марионеткой. Ладно, мы увидели первый скримак, это было обосраться как страшно и очень громко. Я чуть... Я построил кирпичный завод, кто тоже, лайк можете поставить. Ну, скримак, конечно, годный. Вот как мне успеть закрыть дверь? Ой, шкатулка, секунду. Ага, хорошо. Но в вентиляции никого. Вот, вот, смотри, у меня фонарик. Он вообще разряжается, нет? Так, или он бесконечный, подожди. Я смотрю полоску фонарика, просто она бесконечная. Да иди ты в шопу, блин! Серьезно! Я хотел дверь закрыть! Фокси, ты лютый какой-то или где? Короче, ты видел, он заспавнился там. Он заспавнился в коридоре и просто меня убил. Что с тобой не так, Фокси? Тебе надо светить в рожу, что ли? Ну, там нереально успеть дверь закрыть. Это тупо физически невозможно. Видимо, я как-то неправильно справляюсь с Фокси. Короче, блин, первая ночь. Первый аниматроник нас гасит по полной, не щадит. Как бы Фокси топ, я не говорю ничего, но, блин, он очень жесткий. Хоть бы немножко там, я не знаю, там... Дал шанс хоть какой-то. Ладно, еще раз тестим фонарь. А я могу выйти? Ты и вы, а меня не выпускают? Конечно, хрен тебе, охранник, что ж ты будешь выходить-то? А я тебе говорил, не надо тащить домой аниматроников, чувак. Вот ты их притащил домой, все, они тебе жопу надрали. Давайте так, давайте так. Мы сейчас соберемся все. Поставим 100 миллионов тысяч лайков. И затащим эту ночь. Иначе не получится, ребят. Вы должны мне помочь затащить эту ночь, лайки поставить, и все будет красиво. Вот. А если кто-то вдруг думает, а зачем я буду лайки ставить? Подумай еще раз, потому что вдруг, если ты лайк не поставишь, тебе придет такой же Фокси, будет жить у тебя дома и каждую ночь тебя пугать. Тебе, ну, надо. Я думаю, что нет. Поэтому лучше надо поставить лайк. Так, Мария, ты не нагнетай. Не нагнетай тут мне тут. Короче, я попытаюсь ослепить его фонарем. Я не знаю, может, от фонаря он ослепнет и не будет меня убивать. Ну, типа, он появляется и сразу бежит. Возможно, возможно. Фонарь его... Давайте проверим просто. Чисто фонарь. Вот, вот как я должен успеть? А вот объясните, пожалуйста, как я должен успеть? Вот смотри, он сейчас заспал. Вот. Не, подожди, это какой-то бред. Это какой-то бред, да я не успею закрыть дверь за 2 миллисекунды. Это невозможно. Игра, в тебе нет логики вообще нисколько, серьезно.
Все, в жопу. Я буду стоять с закрытой дверью. Я буду стоять с закрытой дверью. Придет Чика, не при... мне насрать, все. Я нахрен дверь не открою никогда. До свидания. Чтоб я еще хоть раз открыл эту сраную... Да не... Все, в жизнь, все. Заколоти ее досками нахрен. Заколоти ее досками и не знаю, облей бензином. Вентиляция вообще тут как бы нужна, нет? Типа в чем логика? О, я могу увеличивать, хорош. Для чего это, я не знаю, ну ладно. Ждем. Да ютубы по таким! Почему вы такие бесшумные? Почему? В чем логика? Игра, иди ты в жопу со своими приколами. Я стою, никого не трогаю. Вентиляции влево, вправо никого. С левой вылазит медведь и меня убивает. Каким макаром вообще? Ты там со скоростью Соника, что ли, с беззвучностью ниндзя пробрался там через эту вентиляцию-то? Когда нормальные аниматроники по вентиляции лезут, например, спринтрап там слышно, он гремит, пердит, шипит, он железный. Вентиляция железная, вся трясется нахрен звуков, там обосраться можно сколько. Чё это за режим ниндзя так детектед, я не понял, ты охренел там совсем. Как он это сделал? Он за 2 секунды вылез просто, я... Как? Как, блин? Так, это жопа какая-то, серьезно. Это какая-то жопа. Ладно, это Скримак Фредди, здрасте. Знакомьтесь, это был Фредди. Фредди Фазбер. Сгоревшая жопа, понял ты? У тебя будет кликуха Фредди, сгоревшая жопа. Все. Ну, в принципе, как у меня. После этого скримера тоже сгоревшая жопа. Так, ну, мы с ним вдвоем на пару. Ладно. 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 3 скримака. За первую ночь. Это перебор. Я думаю, что это перебор. Это бред. Серьезно, тут невозможно выжить вообще, в принципе. Короче, затыкается шкатулка, по-моему, каждый час. Через каждый час ее надо заводить. Как успеть закрыть дверь, когда Фокси бежит, я вообще не понимаю. Ага, шкатулка, здрасте. Ну никого нет в вентиляции, ну как он так быстро вылез-то? Типа мне бегать, закрывать двери, смотреть... Что мне делать вообще? И камер здесь нет еще. Представляешь, камер нет в игре. Главное, в доме камеры есть, в игре их нет. Офигенно. Открой планшет. Может, планшет у тебя есть, нет? Ты еще попрыгай мне тут, молодец какой. Хотел на пробел открыть планшет, как в КНАФе. Он прыгает, смотри. Идиот. Так, я вот сейчас услышу звуки непонятные. Пойду вентиляцию чекну. Сейчас, секундочку. Может, пойду чекну. Лезет, смотри, лезет собака! Лезет! Там лезет этот медвежья жопа, лезет! Ну-ка еще раз. Ля, лезет, смотри! Ля, дурачок! Ха, лезет, дебил! Куда ты лезешь-то? Закрыто! Алло! Ну-ка нахрен. Закрыто, говорю! Дверь закрыл, дверь закрыл. Хорош! Шкатулка, ну ты-то куда лезешь, дура? Не понял? Он ушел, нет? Да в смысле, я дверь закрыл! Все нахрен, эта игра сломана! Я не буду в нее играть! Я, блин, закрыл дверь! Алло! Ты че, Фокси, совсем неадекват? Или че, куда, где, когда, почему, какого хрена? Можно мне выйти? Эта игра конченая. Короче, не знаю, пишите в комментах, как правильно ее проходить. Я, видимо, чего-то не догоняю, потому что я... Дверь была закрыта. Фокси убил меня сквозь дверь. Как он это сделал? Это магия. Магия Фокси, я не знаю. Мы смотрели, как жирный лезет по вентиляции. Это было классно. В итоге меня убил Фокси, и мы получили кучу скримаков. Ну и, наверное, ты получил хорошее настроение. В общем, новая часть финальных ночей оказалась дико сложной. Я вообще не понимаю, как это возможно пройти. Если у тебя есть какие-то советы, то обязательно пиши их в комментах под этим видео. И, конечно же, ставь лайк, если тебе понравилась эта игра, и ты хочешь видеть продолжение на моем канале. А сейчас всем удачи и всем пока!